Итак, топ-10 из каталога Oriflame номер 3 от Лилии Донсковой. Приветствую вас на моем канале. Давайте посмотрим, какие же продукты, мне кажется, будут самые популярные и на что стоит обратить внимание. И максимально все покажу то, что есть у меня в наличии. Давайте посмотрим. Каталог номер 3 будет действовать с 18 февраля до 9 марта. И первое место, как мне кажется, занимает помада Энергоблеск с эффектом сияния и серии The One Power Shine HD. Несколько оттенков помады, это все новинки, с чудесным ароматом. Они приходят в такой красивой коробочке. У меня вот уже одна есть такая помада под заказ, поэтому только смотрим внимательно. Так, код у меня 35471. Так, посмотрим. Это будет ягодный коктейль. Открываем и смотрим. Ого! Какой необычный цвет у помады. Такая яркая, вся сияет, переливается. Чудо! Я думаю, что клиентка будет довольна. Так, следующий. Это помада из серии The One. Я считаю, что сейчас на весну у женщин обостряется потребность в новых помадах. Это я тоже сужу по себе и по моим клиентам. У меня стало так много заказов на помады. И это одна из помад таких популярных. Розовое дерево 35168. Они приходят в таком вот черном футляре, в черной коробочке. У помады очень удобный кончик, да, для нанесения на губы. Она пользуется тоже огромным спросом, не только потому, что она прикольная по качествам, по своим, по эффекту, а еще и у нее очень выгодная цена. Далее. Здесь на серии Элио. Я вам рекомендую побаловать себя, свои волосы, потому что сейчас мы снимаем шапки, снимаем капюшоны, обнажаем свою красоту. И самое главное достоинство женщины – это, конечно же, волосы. И чем они у вас ухоженней, блестят, чтобы это была шевелюра, тем больше взглядов вы будете привлекать. И один из моих любимых продуктов – это шампунь из серии Элио и масло. Конечно, мне нравится все. Да, ну, не всегда получается всю серию брать, но максимально по возможности всегда беру шампунь, потому что уже на этом этапе идет потрясающий уход. И масло, кстати, у меня тоже всегда есть. Почему-то сейчас забыла его взять, вам показать. Следующее – это помады из серии Giordani Gold. Тут целых две странички посвящены этим помадам. На все очень классные скидочки. И я вам сейчас покажу помаду из серии Metallic. Они вот здесь у нас внизу. Я, кстати, думала, что они эксклюзивные, их уже снимут с продажи. Очень, очень красивые помады, то есть она вся переливается. У нее плотное покрытие, она на губах чувствуется, в отличие от других помад, мы ее на губах ощущаем. И вот у меня есть такая яркая, и даже есть еще розовая. Я вот вам взяла вот эти посмотреть. И, как всегда, у нас популярные матовые оттенки. У меня есть оттенок «Чайная роза». Тоже покажу, какой он красивый. Обожаю эту помаду, люблю ей пользоваться. Как видите, уже прям заканчивается уже половинка. Но на сезон мне хватит, поэтому хвалюсь своими помадками. Рекомендую брать пока с хорошей скидкой. Следующее. Это тушь. Одна тушь подкручивающая, термосмываемая. Я вам ее покажу. У нее удивительная малюсенькая кисточка. Такая вот. Которые удобно прокрашивать реснички от самого основания. Но самая главная фишка этой туши, помимо того, что она действительно хорошо прокрашивает реснички и укладывает их, придает объем, как она смывается. Она не смывается холодной водой, с ней можно нырять, плавать в море, в океане, в бассейне, попасть под дождь, под снег. Она смывается только теплой водой и смывается она хлопьями. То есть она как одежка снимается с ресничек, и они остаются чистыми, то есть не нужно уже никакого специального средства, чтобы снять тушь с глаз. То есть все, она смывается просто водой. Очень необычная тоже вторая тушь. К ней нужно приспособиться. У меня, к сожалению, нет ее показать, но тушь очень тоже неплохая, так скажем, прикольная. Далее все аксессуары. Обратите внимание, у нас полностью обновилась вся коллекция аксессуаров. Я уже себе заказала, кстати, на видео я в новых сережках. Сейчас покажу.
откуда они, из какой серии. Вот эти серьги я себе заказала. Ошейник я не стала брать, потому что у меня, ну, наподобие тоже есть. И я взяла себе вот такой вот ремень для сумок, и который можно также носить на талии. Очень необычный, классный, с карабинчиками. Практически к любой сумке подойдет, потому что если у сумки съемная ручка, то вы можете просто снять и одеть вот такую яркую, эффектную замену, которая летом будет классно смотреться с моим гардеробом. А я люблю такие яркие, сочные, цветные вещи. Также очки. Покажу вам очки. В моем видеообзоре, где я получаю первый заказ, вы можете посмотреть, как они на мне смотрятся. Они очень красивые, стильные, удобные линзы. Я их проверила на яркий свет. Глазам комфортно, просто прелесть. И, как всегда, очки от Oriflame оправдывают ожидания. И мне очень понравилась посадка. Они не давят дужками за ушами. Обычно у меня, если сильно сдавливают очки, то у меня начинает болеть голова. Эти очень комфортно сидят и на переносице, не давят переносицу. В общем-то, мне очки очень понравились, я довольна своей покупкой и вам тоже рекомендую. Думаю, что будут очень популярны все сумочки и разберут очень быстро вот эту сумку-таблетку. Поэтому, если понравилось, берите быстро, не думая. Следующая — это серия «Королевский бархат». Она, как обычно, у нас занимает лидирующие позиции, потому что вот этот момент, когда женщина смотрит на себя в зеркало и отмечает, что появились некие изменения в коже и хочется улучшений, то, конечно же, встает вопрос о цене кремов. И, как обычно, когда есть серии, которые у нас хорошие, но не такие эффективные. Есть очень эффективные, но очень дорогие. А королевский бархат — это нечто среднее, золотая серединка, где цена и качество просто совпадают, и они очень приятно радуют. Следующая серия, забыла эту серию взять, но я думаю, что вы все понимаете, о чем речь. Это Novage Экологен. Это вообще все серии в разделе Novage. Все крутые, все очень классные, эффективные, и я считаю, что нужно учиться предлагать эти серии, потому что они высокобальные, эти продукты. Посмотрите, одну серию вы рекомендуете, сразу сколько баллов. У вас сразу идет хороший заработок, хорошие баллы, и от клиентов самые лучшие отзывы, потому что это серии, которые работают и дают результат. Я проверила это все на себе. Так, далее. Далее, эта серия новенькая, такая весенняя, мыло, крем для рук, вот такое вот чудесное мыло. Давайте откроем одну коробочку, посмотрим, у меня их очень много в заказе. Аккуратненько распаковываю. Оно идет в красивой подарочной коробке, само мыло квадратной формы. О, как вкусно пахнет, вот весенними цветами пахнет мыло. Оно квадратненько, и с лицевой стороны выбит красивый цветок. Обалденное мыло, красивый подарок. И недорого, но выгоднее брать набором с кремом для рук. Набор у нас стоит всего 139 рублей. Конечно, это выгодное предложение, чем нежели брать их по отдельности. 89 и 69 получается гораздо дороже. Крем для рук. Давайте его даже попробуем, потому что один я всегда из новинок беру для себя крем, чтобы знать качество. Я просто очень люблю кремы, пользуюсь много раз на день, ухаживаю за руками. Ну, он такой жиденький крем, очень приятный аромат. Он легко впитывается, легкий такой, невесомый, и приятно брать в руки такую классную упаковку. И крем-гель для душа, тоже концентрированный, в моей любимый формат бутылочки, такой уютный, как маленький йогурт. Обожаю эти средства, тоже, конечно же, взяла для себя попробовать. И на последней страничке бомбическое предложение для того, чтобы кожа выглядела идеально ровной. Это тональная основа Giordani Gold. Так, не открыла заранее флакончик, а коробочка плохо распечатывается. Не буду доставать, хорошо видно на картинке. То есть приходит все упакованное, антивозрастная тональная основа, SPF 8. Удобная форма, то, что идет с дозатором. Обожаю все упаковки с дозаторами, когда легко открывается, легко достается, и не надо при этом открывать всю банку. Это самый очень удобный формат. И я рекомендую, если вы до этого никогда не пробовали наносить тон кистью, попробуйте, при том, что в этом каталоге
хорошая скидка на кисть. Например, для меня это лучший выбор, если сравнивать с пальцами, со спонжами, с блендерами, с любыми силиконовыми спонжами. Для меня лучший выбор – это кисть. Мне нравится, как идет тонкое распределение тона. Никаких излишков, легко помыть, постирать. То есть очень классно, очень удобно. Итак, решила все-таки вам показать очки, как они на мне смотрятся. Достаточно просто удобные, комфортные, прикольные оправы. И по цвету мне очень понравилось. Ну, может быть, они немножко широковатые, но все равно мне нравятся. Некоторые ходят в таких огромных очках, так что главное, чтобы мне нравилось. Итак, я вам показала свои топ-10, что мне кажется будет очень популярно в этом каталоге в преддверии 8 марта. То, чтобы на что особенно обратить внимание, чтобы вы успели сделать заказы, потому что сейчас ажиотаж в преддверии праздников, все разбирают. Для клиентов, для себя на подарки, поэтому будьте в теме, будьте в тренде, будьте быстрыми. Спасибо вам за внимание. Если видео полезное, ставьте лайк, пишите комментарии. И мне интересно, а какой ваш топ-10, что, по вашему мнению, самое будет популярное и востребованное в этом каталоге? До новых встреч! Спасибо вам за внимание! Пока-пока! GoPro Stop Video!